Всем привет, друзья! Как мы отпраздновали Новый год в гостинице Fairmont Chateau Laurier? Самая дорогая и самая престижная гостиница, которая находится в городе Оттава в провинции Онтарио. Как она выглядит и чем здесь кормят 31 декабря, это все мы посмотрим в сегодняшнем выпуске. А вы ставьте лайк под этим видео, подписывайтесь на канал, и мы начинаем! Снова привет! Мы с вами находимся в самом центре, в даунтауне, в столице Канады, Оттава. Слева от нас находится та самая гостиница Fairmont Chateau Laurier. Шато с французского переводится как замок. Давайте зайдем внутрь и посмотрим. Эта гостиница находится в самом центре даунтауна, и в ней 429 комнат. Справа мы прошли ресепшн. Обратите внимание, как украсили гостиницу, поставили елки к Новому году и Рождеству. Впервые эта гостиница открылась в 1912 году. Некоторые комнаты прямо выходят на реку Оттавы, Оттава Ривер. Зимой, когда эта река замерзает, ее превращают в каток. Обратите внимание на красивый классический французский стиль. В гостинице можно не только остановиться на ночь, но и заказать столик в ресторане. Здесь есть 5 ресторанов и бары. Это как раз то, что мы и сделали. Но пока мы не дошли до ресторана, давайте рассмотрим всю гостиницу. Здесь же есть картинная галерея. Мы ее только что прошли. Повсюду новогодние украшения, снова елки, очень красивые ковры, и посмотрите на эти потолки. На сайте Fairmont рейтинг этой гостиницы 4,2 из 5. Справа и слева от меня это лифты. Здесь абсолютно точно есть на что посмотреть. Ну а мы с вами идем в ресторан, нас там уже ждет столик. Такая романтическая атмосфера. Давайте посмотрим с вами меню. Напоминаю, что сегодня 31 декабря. В меню у нас индейка, ребрышки, картошка, морепродукты и многое-многое другое. Но сегодня вечер Нового года, мы не будем заказывать по меню, сегодня работает буфет. Ну а как работает буфет? Платим один раз и кушаем сколько хотим. Давайте я вам покажу, что есть сегодня в буфете. Сам буфет может быть и не очень большой, но наесться здесь, конечно, можно. Живая музыка здесь тоже есть.
стол с десертами мы пропустить никак не можем. Давайте посмотрим, что нам приготовили. Из-за того, что буфет небольшой, я смогла попробовать практически все. А вот и моя тарелка. Ну а теперь о наших впечатлениях. Ресторан очень красивый, еда вкусная, играет музыка. Буфет небольшой, но он отличается от «все включено». Вкус и качество, как в хорошем дорогом французском ресторане. Я также обратила внимание, как одеты люди, мужчины в смокингах, а женщины в красивых вечерних платьях. Кроме вкусной еды, немножко нам не хватило какого-то веселья, ведь все-таки сегодня Новый год. После ужина мы решили немножко пройтись. Я хочу вам показать ночной город. С погодой нам сегодня не очень повезло. Сегодня с утра идет дождь. Некоторые дороги уже перекрыты, потому что скоро, через ровно час, должен быть салют. Как я упомянула ранее, некоторые комнаты гостиницы выходят прямо на канал Ридо. Этот канал является важной достопримечательностью Оттавы. Он делит центр города на восточную и западную часть. А зимой 8-километровый участок канала превращается в большой каток. Один из лучших способов насладиться достопримечательностями города – это проплыть на круизном катере по каналу. А вот прямо напротив нас находится парламент. Именно здесь, на этом месте, происходили митинги и протесты, которые так нашумели по всему миру. Каждый год 31 декабря есть салют, и это самое хорошее место на него посмотреть. Но сегодня только что объявили в рупор, что салюта не будет из-за погодных условий. Люди греются возле вечного огня, а вокруг него названия и символы всех провинций Канады. Этот памятник посвящен столетию Канадской конфедерации. Впервые его зажгли в 1967 году. Здесь очень красиво, очень красивая архитектура, подсвечена вечером. Нам обязательно нужно будет приехать днем, а желательно летом, чтобы все рассмотреть внимательно. А вы, друзья, напишите в комментариях, посещали ли вы этот город и что вам понравилось в этом городе. Ну а если вы еще не подписаны на канал, то сделайте это прямо сейчас. Подписывайтесь, жмите на кнопку подписаться под этим роликом. Это поможет продвижению канала, и только так большее количество людей смогут увидеть этот ролик. Я вам показала немножко ночной город, ну а сейчас мы идем в ту гостиницу, в которой остановились мы. Эта гостиница тоже считается одна из лучших в городе. Обзор нашей гостиницы и завтрак я вам покажу в следующем выпуске. Для того, чтобы ничего не пропустить, вы обязательно подписывайтесь на канал «Погнали со мной», ставьте лайк под этим видео и пишите ваши комментарии. Не стесняйтесь, пишите больше, я очень люблю их читать. Ну все, друзья! Всего доброго, хорошего настроения. До следующего раза. Пока-пока.